Дорогие друзья, братья и сестры, близится 12 июня, престольный праздник нашего маленького храма на Веденском кладбище, День Святой Троицы. Также в этот день мы празднуем 30-летие регистрации нашей общины. Хочу пригласить всех желающих, конечно же, прежде всего, наших прихожан, священнослужителей Церкви Ингрии, всех друзей, может быть, даже и тех христиан, которые не являются лютеранами, но хотят вместе с нами поучаствовать и встретить этот праздник, посмотреть, как мы все это здесь совершаем, как у нас это все происходит. Добро пожаловать 12 июня в 12 часов, это будет воскресный день, начнется богослужение. Епископ Церкви Ингрии тоже обещал приехать, он будет читать проповедь, обещал приехать и викарий, и другие официальные представители церкви. Я думаю, это будет такое благословенное время. Я молюсь каждый день об этом. Здесь в церковь прихожу, совершаю молитвы. Молюсь о каждом из вас. Молюсь о больных, которые есть у нас в приходе. И молюсь, конечно же, об этом событии 12 июня, чтобы Бог послал Дух Своего Святого, чтобы Он наполнил наши сердца радостью божественной, любовью, чтобы благодать присутствовала в нашем таком вот богослужении, общении духовном. Приглашаю всех желающих, добро пожаловать, приходите в Лютеранскую церковь на Веденском кладбище. Напоминаю, это метро Лефортово, улица Наличная, дом 1, строение 1. Не нужно заранее писать, звонить, как-то там регистрироваться, просто приходите в церковь, садитесь на любое свободное место и присоединяйтесь к нашей молитве. Жду вас всех, дорогие друзья, да благословит вас Господь. Аминь.